Я сейчас расскажу вам небольшую сказку длиной 61 год, которая состояла из факапов и побед. И факапы-то начались очень рано в этой жизни, когда из меня не захотели сделать Махмуда Эсимбаева. А почему не захотели? Потому что мне было 8 лет, и я занимался в художественной самодеятельности в школе номер 3 города Змеиногорска. И тогда были очень модны в Советском Союзе объезды знаменитыми артистами смотров художественной самодеятельности. И артисты Новосибирского театра оперы и балета объезжали наш смотр художественной деятельности в городе Змеиногорске, на меня обратили внимание и хотели меня забрать в театр для того, чтобы я занимался там. Но мама меня не отпустила. Она сказала, что я не позволю, чтобы мой сын жил в интернате. Это был первый факап. Но я потом наверстал, и мы с Ольгой Лешкова, там вы потом увидите, на сцене, сцене мы участвовали в одном из спектаклей. Все это не самое страшное. Второй факап, он тоже случился в детские годы, когда я захотел быть поваром, я безумно люблю готовить, и даже несколько книжек написал по этому поводу, и они есть, эти книги. И я у мамы после 9 класса хотел отпроситься уехать в город Барнаул для того, чтобы поступить в кулинарный техникум, но она меня не отпустила. Это был второй факап. Затем я окончил школу и поступил, тогда было очень модно, только что открылся Новосибирский академгородок, и все кинулись в науку, и нам тоже захотелось в науку. А я в школе любил химию и географию. И я вот как бы дергался между химией и географией, и все-таки выбрал химию, поехал на факультет аналитической химии. И когда я приехал туда и начал заниматься химией глубоко по-научному, я понял, что это очередной факап, что это совершенно не мое, и я бросил химию. Пришел в советский военкомат города Новосибирска и сказал: «Призовите, пожалуйста, меня в армию». И меня призвали, и я задержался там на 12 лет. За это время я умудрился окончить Горно-Алтайский государственный педагогический институт и пришел работать в школу. И я безумно любил эту работу и люблю сейчас эту работу. Она отражается на той работе, которую я сейчас делаю. И мне все было комфортно, все было очень здорово. Я согласен с выступающими, которые говорили о том, что ты сам создаешь себя, ты сам создаешь свое пространство, ты сам создаешь то, что есть вокруг тебя, и я создавал свою школу. И это не было факапом, это была победа. Но вдруг твою личность заметили и пригласили на работу в администрацию. Но перед этим был один факап. Заработную плату не давали по полгода, и вдруг сразу дали много денег. И я поехал в Москву и решил заниматься коммерцией. Думаю, сейчас поеду, куплю очень-очень много сладких батончиков, привезу, развезу их по киоскам, продам и заработаю деньги. Поеду снова. Привез две огромные сумки. Сыновья у меня покупали их, жена покупала по двойной цене, сыновья покупали по той цене, по которой я купил их в Москве. В общем, извините за выражение, сожрали бизнес. Это был еще один факап. Но он же учит, каждый факап он учит чему-то тебя, и ты понимаешь, что в этом вопросе у тебя, то есть от торговли ты заниматься не сможешь. И вот как раз в этот момент меня замечают, 2000 год, я директор школы, мимо проезжает глава администрации, а я в воскресенье долблю снег сам на крыльце. Он останавливается и говорит: «А ты чего в воскресенье долбишь снег?» Я говорю: «Так завтра же дети придут в школу, вот, и надо навести порядок». И в понедельник приезжает замглавы администрации и приглашает меня на работу в административные органы. И я там продержался, я там сделал карьеру. Я год проработал заведующим отделом, через год меня уже назначили заместителем главы администрации индустриального района по социальным вопросам.
Но я ненавидел эту работу. Я ненавидел реально. Я ненавидел эту работу. Я ненавидел, и я не хотел быть чиновником. Но заработная плата, она позволяла в то время содержать свою семью. И когда наступил более-менее нормальный уровень, вот, я просто хлопнул дверью на одном из дурацких совещаний, которые проходили в аппаратном администрации города, и когда мне стали задавать дурацкие вопросы, я хлопнул дверью, вышел, написал заявление и ушел. Ушел просто в никуда. А в это время искали как раз директора парка. И я пришел к главе администрации, говорю: слушай, я говорю, я вот в детстве мечтал, когда учился в Новосибирске, все свое свободное время проводил в Новосибирском зоопарке, который находился в центре города, на улице Гоголя. А в городе Барнауле, по информации Владимира Николаевича Баварина, 4 человека желали создать зоопарк, но они хотели создать каким образом? Они приходили к главе администрации и говорили: дайте нам денег, у нас есть желание, и мы создадим зоопарк. А я пришел и сказал Игорю Григорьевичу: выделите земельный участок, и я сделаю зоопарк. И мне дали земельный участок, но не оформили его. Я его 10 лет оформлял. Но развивался, строил. И 2008 год наступает. Наступает 2008 год, а мы первые дни жили, так будем говорить, в кредиты. Первый год, потому что были долги огромные, и мы жили в кредит. А там вот вы смотрите, там я оптимист, я жуткий оптимист по жизни, поэтому для меня факап – это укрепление, так будем говорить, всего происходящего. И в 2008 году, в августе месяце, нам отказывают в кредите, а кредиты мы получали для того, чтобы работникам зоопарка, которые ухаживают за животными, выплачивают зимой заработную плату. А вся администрация, и я в том числе, в зимний период времени заработную плату не получали. Мне стало страшно. Мне стало страшно за свое дело, мне стало страшно за людей, которых я приручил. А я помню слова, что ты ответственен за тех, кого ты приручил. И мы собрались своим коллективом. Он у меня молодой, и это спасло меня, потому что если это были бы мои ровесники, с которыми я не дружу, объясню почему, потому что мне с ними скучно, мне с ними неинтересно, они нудные, они вредные, они все больные, и они безидейные. И поэтому мне гораздо интереснее с молодыми людьми, которые инициаторы идей многих. Мне интересно с ними, потому что они поддерживают меня. Мне интересно с ними, потому что они поняли меня, что мы можем всю зиму просидеть на картошке и морковке, которые нам мы накопали, приготовили, и таким образом мы реально питались целую зиму, а весной мы начали думать и мечтать о том, что же сделать нам нужно для того, чтобы в зоопарк пошли люди. И тут стали рождаться идеи. Это был факап, да. Это был факап, это был провал, но этот провал, который нам дал вот такой огромный пинок, который нас вытолкнул на каналы центрального телевидения. О нас стали говорить, о нас заговорил Иван Ургант, о нас заговорили другие каналы, за нас заговорил канал «Россия», о нас заговорила вся местная пресса. Мы стали делать то, что не делают никогда другие. И слава Богу, что у нас нету этих замечательных коучеров, о которых здесь говорили, коучеров, которые нам подсказали бы, что нам делать. Потому что их просто нет, таких специалистов здесь. Они есть в лучшем случае в администрации Московского зоопарка. И поэтому нам обращаться не к кому. Мы обращаемся только к себе. Мы обращаемся к своей голове, мы обращаемся к своему опыту, и мы обращаемся к вам. Мы обращаемся к вам, к посетителям, к нашим зрителям, к нашим подписчикам, которые пишут нам, говорят нам о том, что мы должны делать. И я благодарен своему коллективу, который меня поддержал в этот трудный момент. И сегодня я вам скажу таким вот образом. У меня сегодня
Мне 61 год. Наступил какой-то момент, вот когда ты понимаешь, что твои возможности, депутатские, личные возможности, но они не позволяют, понимаете, решить какие-то вопросы, потому что вот ты вкладываешь средства, строишь, да, строишь вольер строит, допустим, 2,5 миллиона, и ты понимаешь, что завтра придет чиновник и скажет, убирайте все отсюда, потому что земля не ваша. И я уже не знал, что делать просто-напросто. И я поехал в Иерусалим. И там зашел, естественно, и в храм, где родился Иисус Христос, и в храм гроба Господня. А потом я поехал на родину своих предков. Это деревня Пощупова в Рязанской губернии. Там замечательный храм Иоанна Богослова, где такая замечательная энергетика. И, в общем, я привез иконы. Я привез иконы, они сейчас висят у меня в кабинете. И вы знаете, все получилось. У нас есть договор на 49 лет. У нас есть возможность. Нам дали новую территорию. И мы развиваемся. Мы развиваемся, мы строим. А сейчас вот мы с Олей Ришко разговаривали. Она говорит, как ты себя чувствуешь? А я говорю, ты знаешь, я стал чувствовать себя пенсионером. Потому что я организовал работу, она идет совершенно спокойно, нормально. Я оптимист, я пишу книги, детские книги, книги по кулинарии, выпускаю альбомы по нашим животным, делаю выставки. Наших животных фотографируют японские фотографы, которые признали их о том, что лучших животных ни в одном зоопарке мира нет. И я этим горжусь. Спасибо. Спасибо, спасибо, Сергей Викторович. Но вообще у вас в этом году прям бэби-бум был, да? Такой 69. 69. Да. Животных. Да. Представляете? Ну, с крестным отцом-то чего бы не размножаться, да? Очень много, вы правда очень много делаете для зоопарка. У нас мужики хорошие, поэтому мы... Да, и такие вот. И все-таки, вот у меня вопрос, Сергей Викторович, возник, да, вот вы тогда сказали, что сделали упор на молодых людей, потому что вам интересно то, как они смотрят, как они поддерживают. На ваш взгляд, сейчас изменились молодые люди? Молодые люди? Да. Они набрались опыта, они стали богаче, Вы знаете, я вам так хочу сказать, вот я тоже этим горжусь. Потому что вот когда приходит человек к тебе, приходит и, ну, от безысходности. Вот простой пример, вот он же тоже о чем-то говорит. Вот сегодня мы встретили нашего зоолога, который вернулся из путешествия по зоопаркам Юго-Восточной Азии. А до этого у меня буквально неделю назад вернулась Наталья Николаевна, которая приехала из Европы, из Пражского зоопарка. Они отдыхают за свои собственные деньги, которые зарабатывают. Ну разве это плохо? Это хорошо. Люди поверили в меня. Люди сделали, люди живут нормально, вот и все. От меня просто вопрос, брать молодых специалистов или не брать? Вот сейчас каждый год наши вузы прям выпускают классных, хороших ребят, но у них нет опыта, зато есть дипломы. Значит, смотрите, что скажу по этому поводу. Было бы где брать. Я серьезно говорю, было бы где брать. Вот смотрите, заработная плата, вот сегодня начальная заработная плата, я провожу опрос у молодежи и задаю, вот какую бы заработную плату вы после института хотели бы получить? 150. Нет, ты не поверишь, называют заработную плату 15-20. Серьезно, я говорю, я даю 20 на начальную стадию ветеринару. На ветеринарном факультете. Вы думаете, кто-то приходит? Нет, конечно. И не потому, что 20 тысяч, которые он может увеличить через какой-то период времени. Ну ты покажи себя, ты зарекомендуй себя. Но не хотят идти работать. Я не знаю, чем люди занимаются. А вот коучеры.
Онлайн-курс, как правильно поставить прививку кобыле. Все, пожалуйста. 25 тысяч, я тебя научу. Нет, ну согласись, ты знаешь, я вот журнал «Автограф» меня тоже подтолкнул, так будем говорить. Я зимой, честно говоря, вот занимаюсь написанием книг, каких-то статей научных. Сейчас вот пишу воспоминания о том, как... Еще об одном, извините, еще об одном моменте скажу. Один человек меня 13 лет подстегивал. Я все делал назло ему. Его, слава богу, сейчас нет здесь, в Алтайском крае, он в Совете Федерации. Вот. Ну, его многие знают, да? Александр Богданович? Я такого не говорил. Я тоже. Так вот, я вам должен сказать, что изначально не получилось любви. В каком плане? В служебных отношениях. То есть я поддержал Владимира Николаевича Колганова, которого хотели вот так нагло, будем говорить, убрать. А и за это, так будем говорить, я попал в черный список. В том числе и в черный список СМИ. Ну, в общем, все, не писали, не говорили, закрыли. А я делал назло. Я делал назло, думаю, вот сейчас я сделаю вот это, и обязательно первый канал приедет, второй канал приедет, покажет, и ему будет плохо. И они приезжали, и мне журналисты рассказывали, как он швырял журналы, почему писали на первой полосе. Ну, я-то откуда знаю, почему писали на первой полосе. Но это помогало, и реально помогало. Ну, слушайте, вы прям вот личный бренд. Вот прям вот история 61-летнего личного бренда. Потрясающего человека. Когда я умру, вот будете рассказывать.